Система точного земледелия, как и прочая электроника, предустанавливаемая на наших машинах, разрабатывается полностью нами на нашем собственном заводе «Мекатроник», который находится в Голландии. Наши машины, например, такие, как представленная здесь впервые мировая премьера ДГ-2, эта машина уже в стандарте подготовлена с работами для работы по картам полей. И если в хозяйстве, например, таких карт нет, но есть желание, оно есть практически у всех, начать к ним работать, эта машина может помочь в создании. Все очень просто. Вы приезжаете на поле, включаете навигацию. Это может быть навигация производства Кёрниланд или навигация любого стороннего производителя. На компьютере универсальный разъем GPS-антенны. Мы можем использовать навигацию трактора или отдельно купленную навигацию. Объезжаем поле по кругу. Линия замыкается, дальше машина уже сама предлагает его разбить на загонки. Мы можем использовать это предложение, можем ездить так, как удобнее, например, механизатору. После этого на карту поля заносятся все данные о посеве, о внесении удобрений, где, сколько было высеяно, с какой нормой внесения, какая культура. Все эти данные заносятся на карту, после чего карта скидывается на компьютер уже в хозяйстве с помощью обыкновенного USB-флешки. После чего, используя программу для работы с картами полей, мы можем уже работать с этой картой.